Я вот сейчас опубликовала пост в соцсетях своих, там, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, с вопросом, кто хочет воодушевляющую историю, кто хочет подпитаться, вообще поверить в себя, почувствовать вот эту силу, да? И люди начали вот да-да-да писать, да? И вот эту историю ровно я им обещала, и вот которую я тебе сейчас рассказала, вот эта история есть та самая вдохновляющая, про которую я написала пост. Вот ты спрашиваешь все время, да, как мне повысить самооценку, как мне уверенности добавить, как мне, не знаю, найти свой путь. И при этом ты знаешь, что все ответы находятся в нас. И чего ты все время спрашиваешь про то, как мне быть, как мне, что мне. Вот я знаю такую историю, допустим, кто-то в нее верит, а кто-то не верит совсем. Меня, допустим, она, помню, очень подбросила, прям меня она восхитила. Вот если тебе вот интересно, могу ее тебе сейчас рассказать. Вот интересно, какое она впечатление окажет на тебя. Вот представь, что ты участвуешь в марафоне. Вот прям представь, что ты в марафоне, там миллионы вообще, миллионы вас бегут. И вот отлают это первое чувство, насколько вообще есть шанс, что ты выиграешь. Ну как, 0,0001%, наверное, да? Ну, может быть, 5. У самых таких прогрессивных 5, может быть, 10%, да? А если я тебе скажу, что это было в твоей жизни, ты выиграла. Верится, нет? Навряд ли. Верится, да. Ого, верится. Да, обычно на уровне головы верится, что типа, да, конечно. Но мы не пропускаем это, да, внутрь. То есть это так, на уровне ла-ла-ла, бла-бла-бла. А я тебе говорю, что это правда было в твоей жизни. И тот ген, тот сперматозоид, и та яйцеклетка, из которых ты получилась, я вот вижу перед собой тебя, это гены победителя, потому что, понимаешь, сперматозоид, он участвовал в марафоне, и было вас огромное количество, их было огромное количество, но он был самым ловким, самым сильным, самым быстрым, и ты получилась. И вот ты меня спросишь, а вот тут бомж, который валяется вот сейчас, он тоже победитель? А я говорю, потенциально да, но он не знает о том, что он победитель, он забыл. Прям хочется как-то такими словами не буду говорить. В общем, ну ты меня понимаешь, да? То есть он просто положил, грубо говоря, на весь тот потенциал, на ту силу, на те способности, которые в этих генах было, и свою жизнь загнал под плинтус. А чем мы вот отличаемся? Мы отличаемся тем, что насколько мы верим, насколько ты веришь в этот потенциал, что ты действительно, в тебе есть этот ген победителя, и ты достойна лучшей жизни, в тебе есть все способности идти к лучшей жизни и получать то, что ты хочешь. Понимаешь, весь вопрос, ты просто про это думаешь, или ты принимаешь это сердцем и чувствуешь это, и ты правда веришь в эту историю, что в тебе есть этот ген победителя, и тогда ничего тебе не страшно, и все по плечу. Понимаешь, вся разница тут. Или здесь ты это чувствуешь? Вот ты как? Ощущаешь это или нет? Вопрос риторический.